Итак, продолжается борьба между змеями и елкой. Елка уже победила, но палкой еще сражается. Вы можете забить змеи. Штаны подтяни, правильно. Гол престижа. Там сейчас конкурс будет музыкальный и интересный. Нет, давай так. Вот кто сейчас побеждает в этом конкурсе, тот вообще абсолютно чемпион. А ты не забыл, что вы здесь вот смешанный вариант? Вы в любом случае уже... Итак. Овертайм до победы, Николас. Так, тебе одеваешь платочек. А штанишки кому? Тебе штанишки. Это то, что я видел, да, на записи. Да. Одеваем. А где я, где Попо? Все равно, где я, где Попо. Да, ну ладно. Одеваем. А у меня все объясняют. Это самая мягкая цензура, которую я слышал. Да. Так, Попо старается не возить, чтобы пригодится. Черт его знает, куда тут. Суются. Угу. Выглядите хорошо, а хрена что там торчит уже. Галь! Сними туфли! Оставь! Давай без подсказок! Итак, дорогие друзья! Саш, ты меня слышишь? Пару сединов очень. Они тебя здорово видят. Конечно. Итак, вот такие вещи так иногда раз так снизу смотрят. Да, мы в Лопогане были. Итак, смотрите сюда. Так. Значит, вы не забыли, в какой вы команде и кто с кем? Ну, у нас елки, а эти палки. Ага, это палки с насыдмеями. Итак, сейчас я включаю музыку. Мы танцуем. Прям так танцуем. Так. Все танцуют. Вы тоже можете танцевать, можете сидеть. Ты танцевай, однако. Верхней части. И так далее. Потом я внезапно. 14 часов 13 минут 43 какой секунды останавливаю. Это 2, это не 14. А, да, 2 часа точно. Хорошо, да? Внезапно останавливаю. И мы даже сами. И вы должны поменяться. Поменяться. Отставить паровоз. А, брюками на я. Поменяться парами. Вашими. Вещами, то, что я вам дал. То есть, трусы должны быть на женщине, а платок на мужчине. Можете помогать друг другу, можете как угодно. Главное, кто быстрее. Понятно? Опять не будет. Кто быстрее. Заранее ничего не делать, можете подговориться как-то, все равно. А что ты говоришь? Снимай. Не, ну, снимай, да, я понимаю. Дела, мои. Приготовились? Нет, ты еще расскажи. Ну, конечно. Ну, конечно. Что, поехали, что ли? Так, стой, повторяй. Ты что сняла? Уже половину снял. Постановка. На него надевать. Да. Я из-за него. Ну, все, а я уже на него хотел потом надевать. Танцуем. Остановка меняется. Понятно? Меняется вчистую. Что значит чистую? Ну все полностью. Вот эти трусы на ней. А. Чистую. Не можешь поднимать трусы. Мы меняем. Язык. Ну конечно. Ты что, платок. Твой платок тоже на нем быть. Трусы, трусы на ней. Вы можете просто поменяться. Можете помочь друг другу. Как угодно. Главное, чтобы быстрее. Поехали. Если песня про Новый год, то обязательно какой-нибудь мороз нарисуется или скажет что-нибудь типа. Стоп. Опять поехали. Понимаю. Нет, я хочу замечание елки первой сделать. Ну, а что? Значит, если я еще раз увижу, что кто-то уже развязал, кого? Штраф будет. Три замечания. По-моему, будем мы долго снимать. Нет, давай все по-честному. Вы так выигрываете. Вы можете что угодно делать, но ничего не развязывать, не снимать заранее. Мне жарко туфли. Хорошо, согласен. Это право. Чтобы не порвать трусами туфли. Приготовь, просто танцевать. Я сейчас специально затянул. А мы как, мы же просто не вот пошли. Я пришел, да, чтобы с ним встречаться. Друг другу приготовить. Конечно, чтобы ручить. Галя! Так, не забывайте, наизнанку не должно быть. Наизнанку не должно быть.
шутит. Воды тоже не надо. Я все, Так, не забывай вот это дело тоже заправлять. Да, у меня так сделано. Не, ну в любом случае, 1-0 есть до двух побед подряд. Че, опять едем дальше? Да-да-да, вы должны еще раз поменяться. Ну, вдруг у вас это был случайно, правильно? Что-то молчит, дело. Или смотри. Писай на то нелегкие. Ты не забывай наезжать вот наружу их. Очень интересно. Ладно, между прочим, можешь нажимать там этот... Чего? Вот это вот сверху. Это будет как фотография дополнительная. Понятно? Понял. Это пока 1-0. Опять эти елки палки. Там с заданием справиться. Нужно позаправиться. Дружно водят хоровод. Мы сегодня отмечаем лучший праздник Новый год. Шарики на елочке колются иголочки. Потому что Новый год. Новый год. Да ладно, оденься. Шарики на елочке. Ой, ты смелый, блин. Блин, неудовольствие получает. Да не девайся, мы уже все проиграли. Так, елки остались на месте. Здрасте. Вот это смена. Это опять мы будем с ними прыгать? Не с ними, а вот с ними. Мне уже трусы заполнили. Давай, нет. Похлопаем, они все прошли. Выключи, пока.